На прощании с театральным режиссером Романом Виктюком творились немыслимые с точки зрения традиционной морали вещи. Звучала ненормативная лексика. Скорбящие выражали эмоции бурно. И по-другому быть не могло. Виктюк собрал под крыло немало эксцентричных граждан. Одни называли его волшебником, другие – мистификатором, а третьи – сумасшедшим. Нейтральную реакцию он вызвать не мог. Свой театр у него появился в 96-м году. Виктюку выделили разрушенное здание на Стромынке, который Виктюк из-за оригинальных окон называл «Домом света». Осенью 2016-го театр Романа Виктюка был открыт. У него во всем существовал только его театр. Он ничего, все остальное было такое ерунда. Роман Григорьевич, это, конечно, это космос. Это вообще отдельная вселенная.